Наше будущее в детях. Поэтому такая серьезная работа проводится по созданию современных школ и детских садов, где закладываются не только основы воспитания личности, но и профессиональные интересы и навыки. В прошлом году открыла двери самая большая современная школа России «Сколково-Тамбов». А в этом году школа «Политех Плюс» в Мордовском районе. На завершающем этапе находится строительство двух современных образовательных комплексов в Мичуринске и Рассказово. Видимые изменения произошли в сфере здравоохранения. Наша особая гордость – перинатальный центр. Улучшается обслуживание в сфере социальной защиты. Завершено строительство второй очереди геронтологического центра. Задачи по улучшению качества жизни в регионе, которые мы ставили 3 года назад, выполняются. В первую очередь, благодаря поддержке населения, которую я ответственно ощущаю. А поэтому выражаю искренние слова благодарности всем жителям Тамбовской области.